За эти 8 месяцев я понял, что эта система, ну, вот даже сейчас я могу сказать, это система медицины будущего. Вот такой должна быть медицина вся. Что, на мой взгляд, ну, что я имею в виду под этим? Дело в том, что мы, вот вся система, созданная Федоровым, она заточена под то, чтобы активно вытаскивать на себя пациентов. Активный поиск пациентов. Вот второе – это высочайшие качества. И третье, ну, тут сложно расставить первое, второе, третье. Это новые технологии, самые передовые в мире технологии. И именно сочетание этих моментов, оно уникально. И оно, я пришел, я из системы, ну, скажем так, даже не знаю, как, наверное, традиционной медицины, областной, там как-то вот такой, да, федеральной. Я долгое время работал главным врачом офтальмологической больницы. И, в общем-то, я понял, вот это буквально понимаешь с первых шагов, хотя вроде это как-то и видно, и со стороны, да, вот, но понимаешь, что все-таки разница огромна. И вот между, ну, назовем ее традиционной системой и системой, которую заложил Святослав Николаевич Федоров. Вот в этом его гений. То есть я считаю, что всей медицине еще предстоит быть такой, какой ее видел и сделал Святослав Николаевич. При открытии филиала он посадил ель, это сейчас ель, она огромная, она выросла, это вот реальная память о нем. Коллектив прекрасный, прекрасный коллектив. И с этим коллективом, ну, кое-что там изменив, подправив, в общем-то, мы поставленные задачи мы выполнили.